Ну что, собрал лестницу? Да, лестницу мы собрали. Привет! Мы сегодня собираем нашу двухъярусную кровать, домик уже в квартире у наших племянников, у Лехи и Вадяна. Вадян уже ползает по лестнице, Леха помогает скручивать. Ну, а дядя Леша, как всегда, собирает бортик. 180 на 80. Скоро, минут через 15 будет готово. И начнем полномасштабные испытания конструкции. А где детали-то, Титя? Ну вот, дособирали. Вот такая получилась. 1,80 на 1,80. Белый дом. Ой, можно тоже отдохнуть. Ну как там, нормально? Да! Ну и все. Пока. Ку-ку. Вот наша кроватка, которая к нам вчера пришла в дом, которую привезли, собрали. Дети довольны. Так, здесь у нас вот такие выдвижные ящики. Ой. Вот они выдвигаются, их два. Мы сделали их немножечко туда углубленными, 8 сантиметров, что вот когда подходишь, чтобы так не биться ногами. В общем, дети довольны, сегодня первую ночь спали. Все у нас отлично.